Вот пришла очередная посылка. Сегодня доставили. Сейчас вскрою, посмотрим, что здесь. Ну, я предварительно знаю, что здесь. Здесь аккумулятор на шуруповерт, который я ждал очень-очень долго. Сейчас посмотрим, как его упаковали. Упаковка сверху, как обычно, целлофан. Ничего интересного, как говорится. Упаковали вот в такой коробочке. Визуально коробка вроде бы целая. Что же у нас там внутри? Внутри даже ничего не проложили. То есть помяться она могла спокойно и что-то сломаться. Ну, надеюсь, аккумулятор пришел целый. То есть фирму, что я заказывал, даже указали 3000 ампер-часов. Ну, указывали 2000. Что-то вот мне это интересно при покупке. Ну, вряд ли здесь 3000 будет. Посмотрим, как подойдет к шуруповерту. Эксплуатация покажет. Ссылочку скину в описании под видео.